Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на роли плей, центральный округ, мы здесь Кирилл Путбулов. Итак, друзья, сегодня я хочу на Черон поставить номера, вон, Черончик мой стоит, короче. Хочу что-то типа вот таких номерах, видите, у меня на бэхе такие номера прикольные, ну, красивые номера, это не блат номера, хотя на родине, можно сказать, это блат номера, потому что через донат вы блат номера никакие не купите, разве что там рулетки выбить, именно номера родина СТ, и все. А так тут действует рандом. Если повезет, то может что-то типа такого, как на бэхе, мне номера и выпадут. Я на Черон буду ставить. На E8 тоже нету номеров. Ну, не знаю, на E8 я, наверное, не буду ставить. Или буду. ХЗ, короче, не знаю. Ну, попробую на Чероне что-то выбить нормально, потому что я хотел поставить именные номера, но здесь нельзя их ставить. Я пробовал в рулетке их выбить, тоже не выбил именные номера. Хотел номера Родина СТ, но тоже их не выбил, короче, на мою машину. Поэтому... Сейчас едем в ДПС, получается, или в ГИБДД, нет, ДПС, да, в ДПС едем, короче, и получим номера на Черон. Но перед этим надо поехать похавать, потому что у меня еда, типа, вот еда показывается, типа, ну, сытность, короче, маленькая. Поэтому давайте покушаем быстренько, здесь, по-моему, вот закусочная есть, поэтому сейчас быстро покушаем. И будет заебись. Так, давайте заходим. Я сейчас хотел тоже перерыв на обед, если что, я уже поел. О, ежедневная рулетка. Так, купить. Так, покушать на месте. Давайте самое дорогое выберем. И покрутим рулетку. Давайте покрутим рулетку. Ежедневная рулетка. Вы выиграли одну. Бронзовая рулетка, короче, ММ. Потом выбираем ежедневная рулетка. Перейти. Бронзовая. Окей, крутим. Не знаю, наверное, какая-то дичь сейчас выпадет. Ну, может и нет, может что-то стоящее выпадет. Ну, наверное, XP, скорее всего, выпадет. И все. Да, XP выпадет. Так, 8 XP, кстати, неплохо. 8 XP, может, я сейчас левел новый качну. Так, выбираем инвентарь, рулетки. И 8 XP. Одна у нас есть. Все. Так, есть, у меня 14 уровень теперь. Сколько мне до следующего уровня нужно? Уважение. Так, 55 часов еще нужно, короче, отыграть. Поэтому вот такие вот дела. Так, мне кто-то звонит. Давайте, алло. Артём Алмазов. Наверное, подписчик. Скорее всего. Как поживаешь? Нормально. Нормально, я поживаю, дружище. Ну ты меня чуть-чуть отвлекаешь, конечно. Ну, с тобой мы можем сесть в машину. Надо выключить тормоза на ней, на Бугатти. Все, выключаем и поехали. Надеюсь, что это выбьем нормальные годные номера, короче. Поехали в Южный и попробуем получить нормальные номера. Так, давайте сходим в банк. Мне нужно за дом вводить. Я уже не плачу где-то неделю за дом, чтобы он не слетел. Сейчас быстренько оплатим. А то не хочется, чтобы такой дом слетел. Так. А, ну я думаю, тут хорошо, что у меня халявчик стоит. Поэтому я спокойно могу недорого платить за дом. Поэтому все заебись. Так, теперь берем, едем в ДПС. По-моему, 10 тысяч за номера надо давать. И получу номера на Черон. Реально хочу, блин, какие-то номера выбить. Не знаю, я думаю, навряд ли я что-то выбью. Капец, тут конусов понаставляли, это пиздец. Ну реально, нахера? Я понимаю, там, чтобы не гоняли, но, блин, а в реальной жизни тоже люди гоняют, как бы. Это нормальная тема, за этим должны следить ДПС, чтобы люди не гоняли. Вот эти конусы понаставляли, это, конечно, такое. Лежачий еще вообще похер Черону, потому что у меня куплена хрень, он не глохнет. Ну, лично для меня лежачий вообще на них насрать. У меня машина спокойно ездит по ним. Видите, вообще изи, просто изи. Ух ты, блин, тормози. А, тормоза, я выключил тормоза эти резкие. Потому что, ну, сильно машину замедляют. Да, они классные, но машину сильно замедляют. Я не люблю такую тему. Так, по-моему, где-то здесь. Нет, это толчок, по-моему. Так, значит, с этой стороны.
Блин, а где эта хрень покупается? Стоп. Тут все так поменялось, это пипец. Можно мне получить номер? Пожалуйста. Так, это тоже не то. Это тоже не оно. Где тут номера получать? Пацаны, где тут номер получить? Я просто без понятия. Так, это та же самая комната. Это пипец. А где тут номера получать? Ну такое. А, во. Да я что-то тупанул. Так. 10 тысяч. Опача. 8999. Пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Я манал. Блат номера выпали на Чирон. Блат номера просто выпали. Вы прикиньте, блат номера. 8999. Ядрить мак... Блин. Вот это повезло просто. Вот это просто повезло, пацаны. Я же не знаю, какие-то буквы будут. Если еще буквы будут классные, то... Бля, я просто охуею. Вы прикиньте, вон цифры, короче, смотрите сейчас. Вот, 8999. Вы успешно получили разрешение номера 8999. Просто блат номера выбил на Чирон. Вот это кайф просто, блин. Вот это кайф. Не знаю, может где такая система работает, типа, если машина дорогая, то номера, типа, классно выпадают. Блять, охрененно. На Чироне блат номера теперь будут, пацаны. Это просто кайф. Похер на эти штрафы уже. Блин. Я просто счастливый реально, то, что мне такие номера выпали. Так, теперь едем и ставим. Так. Рар. Нормальные номера вообще. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, две буквы одинаковые, три цифры. Не, ну блин, это можно считать блатом, пацаны. Пацаны, просто блат номер выбил. Блин, я такой счастливый просто. Блин, жалко, у меня вебка не работает. Блять, вы вывели просто мое лицо. У меня, наверное, сейчас уши порвутся от моей улыбки, блять. От того, что я получил такие номера хорошие. Просто кайф. Блат номера выбил просто. Ну, блин, это можно реально считать блатом, потому что, блин, ну, такие номера редко кому выпадают. Реально, у меня на Бэха. На Бэх, по-моему, такие же номера, стоп. Карс. Какие номера у меня на бэхе стоят? Информацию оф то. Тоже 8999. Блин, кайф. У меня теперь номера, ну, цифры на машинах одинаковые, что на бэхе, что на Чироне. Ну, буквы разные. Ну, блин, это круто, просто круто. Теперь, пацаны, запомните вот эти номера просто. Можете запомнить их, чтобы там, может, меня с фейком не путать. Но думаю, такие номера точно ни у кого нету на Чироне. Точно. Я уверен на 1000000%, что никого таких номеров на Чироне нету. Просто 1000000%. У всех либо номеров нету на Чироне, либо там галимый номер стоит. У меня такой прикольненький номерок попался. RAR 899. Ой, RAR 8999. Блин, просто кайф. Просто кайф. Да выёбывался, блядь. Мотор взорвался у меня в машине. Всё, пизда. Охуенно просто, блядь. Так. Давайте напишу маленькими буквами. 9. А, 899. Так, фам. Рар. Да ём, блин, это пиздец. У меня мотор взорвался, блядь. Пизда просто, у меня мотор взорвался. Буквы. Рар. Да можно по-русски? А. Рар. Пизда. Ну что ж, чуваки, на этом я буду заканчивать, потому что у меня на Чироне взорвался мотор. Просто гениально. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.